Рух адновлены. У Полоцку пустили транспорт по обновленном мосте про заходнюю Двину. Падея стала долгочаканной для всех мясцовых жихаров. Одна из самых важных дорожных развязок города целый год была зачинена. Першопочатково мерковалось провести капитальный ремонт. Замест гэтага масштабная реконструкция. Як проходила полоцкая будовля года и что у вынику атрымалася, расскажет наш корреспондент Инна Падрецкая. Увага, рамонт моста, праезду няма. Знак з такім надпісам з'явіўся паблізу пуцеправода праз заходнюю Дзвіну ў Полоцку ў кастрычніку мінулага года. Тады на аб'екце пачаліся рамонтныя работы, рух быў закрыты. Полоцкі мост па вуліцы Юбілейнай пабудавалі ў 30-е гады мінулага стагоддзя. Падчас вайны ён быў часткова разбураны, але хутка яго аднавілі. З цягам часу элементы пуцеправода знасіліся. Спатрэбіўся капітальны рамонт, які перарос у маштабную рэканструкцыю. Праз 12 месяцаў палачане атрымалі фактычна новы мост. Подмурок и вертикальные опоры – все, что засталось от минулого моста. Остатние частки путепровода были заменены. Реконструкция протягивалась 395 дзён. На объекте працавали больше за 200 человек одночасово. Шматтонный пазл сбирали сотни специалистов. Их узнагороджение символично открыло урочистую церемонию пуску транспорту по основной транспортной магистрали. Отлично отработали строители. Мостострой наш – это уникальные кадры. Когда они пообещали, что мы за год сделаем этот объект и к октябрьским праздникам ведем, скажу прямо, как-то были серьезные сомнения. Но они доказали свою состоятельность, свой профессионализм. Спасибо огромнейшее. Ну и, конечно, спасибо всем, кто участвовал в реализации данного проекта. В самые напряженные моменты здесь работало одновременно порядка 200 человек. Работали и в ночную смену, и в дневную смену, поэтому было задействовано большое количество работников разных профессий, разных специальностей, разных организаций. Открытие путепровода – долгочеканная подея для всех палачан. Сотни мясцовых жыхароў стали сведками другого дня нараджэння Полоцкага моста. Мост сдан в срок, мы очень его ждали, говорю даже как автомобилист, потому что были проблемы с движением, но сейчас это замечательный подарок нашему городу, большое спасибо. Очень быстро сделали, как бы, и работали день и ночь, я так походил, я тут рядом живу, как бы смотрел, да, молодцы, строителям респект. Новая сторонка истории путепровода почалась, как только была перерезанная червоная стужка. После чего ретроавтомобили и велосипедисты первыми проехали по магистрали. Рекордно короткие сроки мост построен. Вот, все-таки освоено порядка 36 миллионов рублей. И, наверное, это в первую очередь благодаря тому, что был принят указ президента и было разрешено параллельно строительство и проектирование этого моста. И, конечно, самых добрых слов заслуживают наши строители, проектировщики, те, кто вообще конструировал этот мост, потому что проведена работа на высоком качестве. Обновленный мост дозволить палачанам хутко и безопасно перемещаться по городе. После реконструкции широня проезжей частки повеличилась до 9 метров. Путепровод обсталеваны просторными тротуарами и первой в Украине мостовой велодорожкой. Установлена незвычайная огороджа. У пролетах размещены золотые декоративные медальоны с выявой герба Полоцка и датой заснования города. А кроме того, можно с легкостью доведаться короткую историю будовництва моста. Про яе расскажет табличка, где так само указано и новое имя Полоцкой будовли года – Покровски. Мы провели здесь опрос, и большинством голосов было признано название Покровски. Сессия депутата утвердила, поэтому наш мост сегодня Покровский. Рядом здесь Свято-Покровская церковь, нас рядом улица Нижнепокровская, все созвучено, поэтому этот мост будет служить на радость людям. Открытие руху на Покровском мосте дозволило снова объединить два береги города в этом месте. Але это не просто путепровод, а помник на стагодзе, покинутый Полоцку. Инна Падрецкая, Станислав Дудзін, Навіны, Полоцк.